Первый этап конкурса «Народные участковые 2020» завершен. Из нашего города в следующий тур вышли оба участника – Павел Бабаев и Сергей Рыбьяков. За них проголосовали 68 и 35 человек соответственно. Капитан полиции Бабаев Павел Николаевич в органах внутренних дел служит с 2012 года. В УМД России по городу Губкинскому был переведен в 2018 году, занимая должность участкового уполномоченного полиции. За время работы в 2020 году Павел Николаевич раскрыл 6 преступлений, 67 административных правонарушений выявил. Рыбьяков Сергей Александрович, старший участковый уполномоченный полиции, с 2009 года в органах внутренних дел служит, занимаемой должности с 2019 года. За время работы в 2020 году Сергей Александрович у нас раскрыл 7 преступлений, выявил 65 административных правонарушений. Охарактеризовать данных сотрудников могу только с положительной стороны. Исполнительные работы выполняют свою, не считаясь с личным временем. Следующий этап конкурса «Народный участковый 2020» состоится с 7 по 17 октября.